торговали с вами в ряд, где продают сладости, специи. Сейчас, конечно, будет ходить очень много людей, но я попробую сверху снимать. Мешаю. Финики. Получается 110, не 108, а 1800. Вот 10 динар стоит килограмм. Очень колоритно все, играет музыка. Это финики. Их прям сорвали. Ой, вот сюда мы сейчас пойдем и покажем вам вот эту вот красоту. Это магазин сладостей. Цены указаны за килограмм или за 100 грамм. В общем, рай для сладкоежек. Рай для сладкоежек. Печенье на любой вкус. Очень красиво. Супер. Если покупать подарки. Вообще, Ленька, красиво. Оформлено классно. Цены вот. Ну, почему не видно? Вот 35 за килограмм. Вот видна цена. Вот она. Вот цена. Красиво. Мы идем дальше. Вот еще один магазин со сладостями. Здесь уже купляют местные. Хочется добавить, что плохо, когда тебе ничего не нужно. Да. Ты ходишь просто, да, записываешь, а с удовольствием да. Попробовать, но этого сделать нет желания. Потому что мы наелись. Круассаны 5 динар килограмм. Они же очень легкие. Ну, может, и килограмм. Вот что там. Здесь у нас специи, оливки. О боже, запах просто улёт. Ну, запах просто не передать, да. Что это, мы не знаем. Но цены где-то 19 динар, 13 динар, 12. За килограмм, наверное, не за мешок, это уж точно. Ну да, за килограмм. Да, она за 100 грамм. Я никогда такого не видел, чтобы такое обилие да. Специй. Остается только выяснить, что это. Специи? На этом рынке можно заблудиться. Даже не знаю, сколько здесь человек проживает, но мне такое ощущение, что 10 тысяч точно. Вот просто на рынке.